надо вот это тоже вытащить, чтобы не мешалось. Сейчас я повытаскиваю, то вам покажу, что у меня там, какие богатства. Вроде бы небольшой шкафчик, но все нужно, все. О, шампунь. Мама бальзам таки пользуется, надо шампунь ей дать. Так, это сода пищевая. Это что за пол-литра? Так, это... Это мама какое-то растение комнатное, как традисканция. Не написано. Золотой ус, во, золотой ус она на водке настаивала. Не знаю, для чего она. О, Симона туда вышла. Только тебя не хватало, тебя. Красота моя. Такие потаенные места любит. Что-то и стояло, разлилось, что ли. Симона. Симона. Опа. Блин. Прямо боюсь и начинать, что здесь будет. Ладно. Давайте откручивать. Здесь-то колена нету, здесь только трубка. Опа. Сейчас тряпочку подстелю. О-о-о. О, други мои, сейчас будет выпадывать все. На тряпочку. Видно вам, нет? Видно? Не видно вам? Сейчас я вас подвину. Чё молчите? Ой, ну Симона тут еще лежит. Сейчас покажу ее. Шарится тут. Что этой девочке нужно здесь? Двигайся, лапки, лапки, двигай. Вот так вам видно будет. Так, может вас ближе подвинуть, чтобы ужас, тихий ужас увидели. Симона, блин. Вот так, ниже не могу, потому что ниже там... Так, это что такое? Это вот грязь. Здесь-то как у посуды жирной нету, но... Ой, вода бежит. Так, это нужно будет тот шланг... Выкрутить нижнюю, ух, рука чешется. Ага. А тот шланг нижний. Сейчас я вам покажу, вытащу вас. А тот шланг, вон. Ой. Видите? Вот эта трубка замурована туда. Не знаю, то ли на клей посадили. Здесь без колена. Это что такое? О, это мой, еще мой один лосьон. Эвановский. Не вытаскивается. А здесь, видимо, полку поставили, поэтому здесь сифона вот этой трубки нету. Просто это гофрированная труба.
Шланг. Вон, грязь, видите? Сейчас будем пробовать. Так. Сейчас я вас прикручу. Не знаю, сейчас. Попробую так почистить ее. Ёкалэмэне. Так, вот эту тряпку я могу даже сейчас уронить. Короче, думки, сюда нужен этот. Кроп нужен. Я почему-то думала, что здесь как на кухне сифон с коленом. А здесь колен нету, только вот гофрированная труба. Все, ужас отменяется. На место кручиваем и закручиваем туда этот, ой, засыпаем крот. Там капец еще творится. А, тряпочка еще нужна мне здесь вверху. Ой. Здесь нужно палочкой. Эта палочка не помещается. Неудобно с горшком. Вот так постелю. Ох, резинка упала. Прокладка. Прокладка чего стоит? Короче, вот такое. Такое все Г. Так, эту прокладку сюда. Ой, откуда она вывалилась-то? Она вот отсюда вывалилась. Сейчас вот включу. Короче, все. Сейчас крот почищу, крот засыплю. Тогда здесь приберемся, что нужно, что не нужно повыбрасывать. Или как-то порядочек навести тряпочкой сухой. Так. Поехали в обратном порядке. Это что у нас? Мистер Пропер для уборки, порошок. Это от двери вообще. Пост. Давай сюда. Белизна нужна? Нужна. Вот белизна. Вот белизна, три в одном гир. Подальше. Это белизна сюда. Так, это что? Это частинки без сантехники, схора. Мыть. Это сюда часто пользуюсь. Это средство для чистки деревянных ламинат. Короче, для ламината пакета. И для деревянных полов. Я этим полы мою. Это кондиционер. Помните? Из сумки цветы. Помните, показывала, по ютубу, по ютубу показывали, что можно запах, чтобы дома хороший был. Насыпаешь соль, наливаешь вот эту фигню,
такая каша-то была. И туда водички втыкаешь. Фигня. Высыхаешь, никакого запаха. В ТикТоке все пробьё. Так, пока сюда. Это вот у меня комик. Это брат себе покупал. Это у него впечатление привезла. Он их вот такие пересыпает. Где они? А где у меня комик? Ой, у меня здесь комита нету. Нету здесь комита. Оказывается. Ладно, сюда. Вниз. Так, вот. В раковину. Это. Сами знаете, что. На всякий случай. Так, это. Шампунь чистый линейщик. Это контейнер отсюда. Растираю, добавляю. Это токсинка, мыло. Отбеливающее. Ну, токсинка, кидаешь на прямо. Бассейн перестираешь, пока вниз проходит. Так, вот это для бассейна. Мне нужно убрать куда-нибудь. Ой, заделась подальше. Жена, пока не отбеливала. Так, здесь что у меня? Ладно, у меня отбелить просто есть, Ваниш. Ладно. Отбелить тоже сюда. Так. Чистая линия, это новый шампунь. Раз шампунь я не поставлю. Чистая линия. Это чистая линия. Вот тоже помолив новый шампунь. Так, что еще шампунь есть здесь? Так, вот эту настойку. Золотой ус. А, золотой ус, я помню, сказал, да? Это волосы красить мои. Ну-ка, я ее на тряпочку положу. На беленькую, чтобы не запасались. Так, это лосьон для тела. Уходовое сюда буду ставить. Это гель для бритья. А на кой он? А, знаете, зачем брала гель для бритья? Говорили, зеркала все помазать ими, потом потереть насухо. Потеть не будут в ванной комнате. И стекла в машине. Вообще надо машину, наверное, положить. Попробовать. Нет, хотя машину позавчера мыла. Не буду сейчас пробовать. Так, это... Что у меня? Это мусс для волос. Это от загара подальше еще. До лета далеко. Ой, вот это ивановская хорошая вещь. Лицо освежать. Опрыскивать жару хорошо. Так. Это что? Это лак для волос. Пока не надо мне. Это мусс. И это мусс. А, это пенка? Эй, пенка. А это мусс. Ох, блин, что у меня есть, оказывается. Сейчас вот этим Тафт. Ультра. Так. Мицеллярная вода. Сюда. Так, это что у нас? А, это тоже ивановская. Освежающая. Вот это алоэ с авокадо. А это роза. Летом я их в машину кидаю. Можно даже, если закончится, с пульверизатора. Там пшикалка такая. Минеральную воду налить и лицо пыскать в жару. Пока. Так, вот это там дырочка. Вот так поставлю. Так, мицеллярка. Это что такое? О, это дочери, это что-то для волос. Сейчас, блин. Спрей. Экста блеск без фиксации. Моментально улучшает внешний вид волос. Усиливая их естественное сияние. Подходит для придания блеска сухим и поврежденным волосам. Нахрен оно нужно? Ну ладно, дочери спрошу. Так, это хлоргексидин. Надо. Это тоже лосьоны ивановские. Надо. Вот эти, ой. Эти пока пускай стоят. Я им не пользуюсь. Скраб для тела. Так, мицеллярку сюда. Скраб сюда. Лошадиная сила вообще офигительная вещь. Раньше за 2500 покупал в аптеке. Вот эти первые я с Китая привезла. Потом такие же покупал в аптеке по 2500. На той неделе зашла, вот такая стоит 7500. Ну, хорошая вещь. Так, это что? Это для зеркал. И вниз. Это что у нас? Так, а где моя губка? Это мне на 8 марта девчонки на барахолке работала. Мои инспектора девчонки дарили на 8 марта вот эту. Это лаванда, наверное. Вот. И там на этом это шампунь. А сейчас покажу вам. Где вы? Вон, видите, на подоконнике, вот фиолетовое. Это бальзам. Ой, шампунь, собачий шампунь забыла. Это я Симону купала. Вон туда поставлю уголок. Это лето.
Так, это я покупала лесной бальзам, зубную пасту. А эту с Египта привезли мне, я еще не открывала ее. Не открывала, но она еще не начатая. Там она. Подарок с Египта привезли. Так, все что ли? Что ли? Все? Так, вот здесь вот на раковине у меня стоит, дочь моей маме на ногу дарила. Сепарирующая гель для умывания с лимоном. Это можно на лето оставить. Сейчас не люблю, когда на раковине много всего стоит. И вот такое жидкое мыло стоит. С Эмиратов привозила. Пока уберу. Когда у меня приступ Золушки. Пока сюда уберу. Так, и здесь пищевая сода. Я, когда моюсь, перед этим на влажное лицо пищевой содой намазаться, как этот, как пилинг, как скраб. Потом кожа аж скрипит. Все, там, чтобы ничего не было. Так. Все, други мои. Где наш убралась? Здесь протерла. Я, наверное, сейчас сразу засыплю этот крот. Я даже не знаю, как им пользоваться сейчас делом. Прочищая до сыра, устраняет запах. Так. Блин, здесь что прочитать? Так, способ применения. Вскройте упаковку сейчас. Вскройте упаковку, засыпьте все содержимое пакетов в сливное отверстие и осторожно добавьте 1 стакан воды. Через 1-2 часа промойте трубу большим количеством воды. Для профилактики средства рекомендуется принять 1 раз в 2-3 месяца. Осторожно, едкая щелочь. Щелочь. Давай сейчас засыпем. Так, закрываем дверьки. Ой. Так, встаем. Сейчас я вас... Так. Вот это фикс прайс покупала. Щетку для ногтей. Ногти мыть. Вот так. А здесь вот так, видимо, мыть. А здесь именно вот так ноги подставляешь, щеточка хорошая. О, это вот такую щетку, я показывала, вот так вот засовываешь это и прочищаешь. Это для сантехники. Вот. Вот, смотрите, помните, куртку шила? Бегунок потерял, вот он, бегунок лежит. Понятно? Положила, называется. Это от аппликатора Кузнецова. Одна колючка осталась, надо ее. Так, здесь... Дав мыло. Здесь забыл, как называется. И вот такой обмылок. Надо обмылки убрать. Ой. Все отклеилось. Ладно, так помоем. Заодно помыть. Ой, это насмерть приклеенная. Магазин Грин был у нас. Там распродажа была по 100 тенге мыло. Давно. Еще дочь не замужем была. Ой, набрала. Вот такое мыло. Это с миндальным этими. Сейчас скажу. Миндаль. Туалетное мыло. Крем-скраб мыло называется. Вот видите. Миндальные косточки перекрутили. И как скраб. Грин. Так, это
Я лицо мою. Блин, как же называется это мыло? Пока оставлю, потому что я нет, умываюсь. Так, щетку на место. Так, вот это я унесу. Это мыло. Туда мешочек. Собираю обмылки. Но вот эти обмылки, когда шьешь, вместо мелка шить, рисовать хорошо. У меня их, правда, до хрена и больше. Так. Надо водичку под стакан налить. То есть полстакана. Так, где мои ножницы? Никогда клотом не пользовалась. Или пользовалась. В квартире, когда жила, по-моему, да, по-моему, один раз засыпала. Все, наверное, не буду засыпать, как вы думаете? Пол пачки. А, да, пользовалась я в квартире. Ой, хватит. Больше половины. Надо вот этот завязать ее, защепить. Так. И водичку наливаем, осторожно сказали. Все, это я закрою штучкой. Все. Сейчас я вот этим кистином. Бисхлор написано. Ну, хорошая вещь, такая голубоватая. Вот. Прозрачная. Немножко налить. И вот так вот намажу пускай. Я как руки мою, так раковину мою. Как руки помою, так раковину губкой мою. Что там капает? Где там капает? Под раковиной глянем, что там. Нормал. Нормал. Все, пускай это так будет. Частину беру. Надо перчатки снять. Все, друзья. Чего умные, а? Стоял, они сами заходят. Вот здесь повыметала то, что собаки нарыли. Вот убралась у них тут. Набрала снега. Смотрите, какой пацан грязный. Чучундра. Где-то в лужу нашел себе грязного. Красавец. Видите, грудь вся какая грязная. Свинья ты, не гусь. Все, закрываю вас. Вот так прикрою. Давайте, кушайте.